привет! Находимся мы на техношоу город Оренбург. Видео уже есть, можете посмотреть. Знакомьтесь, вот приехал Владимир с Казахстана за 700 километров почти, да? Город Лисаковск. Да, всем привет. Давай вот начнем с передней части автомобиля. В передней части у нас получается декоративная защита. Потом, поскольку часто бывает вода, грязь, передние ступицы и века с нерегулируемым подшипником. Это подшипники, это как сейчас на новых Нивах, в принципе, ставится. На новых Нивах, да, хотя машина 2010 года. Угу. Передний редуктор в стальном корпусе от компании Satox. Satox, да. С усиленной винтовой блокировкой. Сколько ты проехал на ней? 20 тысяч. Уже? Уже. По трассе не шумит, ничего, нормально? Все нормально? По трассе нету никаких нареканий, но в грязи еще не испытывал. Еще не испытывал. Потому что не было такой возможности. Только по трассе. Ясно. Самое интересное, мне интересно, ты какую-то коробку поставил сюда? Коробка стоит от Suzuki Grand Vitara, то есть компании Aisin. Угу. То есть, получается, созвонился тоже с тольяттинской фирмой, замучили обычные стандартные коробки. Постоянно пропадает пятая передача, хоть ты масло сколько лей. Но ребята предложили, говорит, есть в наличии коробка. Меняете, получается, на осиновскую коробку установлен шевролетовский колокол, приварен на заводе, закреплен. Uh-huh. И заменен диск сцепления, тоже, я так понял, от Suzuki. Uh-huh. В комплекте пришел первичный вал для облегчения установки. Это ты в том году примерно ставил? Да. В 2021, да? Да, на этой коробке я прошел 48 тысяч. Uh-huh. На данный момент. То есть при запуске в минус 28, в минус 30, никому не нужно выходить, выжимать сцепление, машина запускается с автозапуска. А почему ты ее поменял? Потому что штатные коробки, это... Пошел на эксперимент, купил новый корпус, мастер сказал, корпус не тот. Купил новый корпус, в итоге все потроха. На коробке штатной проехал 10 тысяч километров, пропала пятая скорость. Начали разбираться, вал не тот, то не тот. Uh-huh. Вот я поменял две простых коробки, пока дошел к этому. За 2 года никаких нареканий, то есть мягкость при переключении передач. 2 литра масла залил 2 года назад и забыл. Да. То есть человек намучился, как видите, с автовазом, с коробкой и решил попробовать от Suzuki Grand Vitara поставить. И, как говорит, я, говорит, не ошибся, потратил деньги, да, говорит, все, говорит, не зря. И очень довольный. Самое хочу кому порекомендовать, потому что много, по-моему, ребят сейчас наслышаны про крышку, переднюю крышку с отключаемым передним мостом. Если честно, я вам ее не рекомендую, потому что при установке этой крышки у вас возникнут другие проблемы. Если вы готовы на эти проблемы, тогда пожалуйста. То есть проблемы у вас возникнут, первая проблема, это начнет выходить быстро из строя задний редуктор, если он стоит сырец. Потом начнет рвать при резком трогании, может сломать полуось. Штатную полуось не выдерживает. Угу. Вот как-то так. Понятно. Поэтому на этом автомобиле установлены полуося Wall Racing разгрузочного типа. И установлен задний редуктор с усиленной винтовой блокировкой от Satox. Ну, то да. есть не сама блокировка, а передний редуктор. В сборе просто, корпусе. Да? Они пришли в сборе, да. С гарантией год. Это самый лучший вариант, чтобы не перебирать, а покупать перебирать, в корпусе. Чтобы потом не было нареканий, что, например, какой-то дядя Вася в гараже взял редуктор и поставил блокировку от Satox. И виноват дядя Вася, который перебрал эту блокировку в гараже. Который неправильно ее отрегулировал. Да, неправильно отрегулировал, неправильно там точки соприкосновения, тепловой зазор неправильно. Да, выставил. Да, 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 есть такое. Залил масло, то есть и следовал инструкциям от Satox. Угу. Масло залил Liquid Moly, тоже по их рекомендациям. Установил? Понятно. Задние тормоза в комплекте от вас 2108, то есть я ничего не они дорабатывал. Они с переходниками уже идут, да? Они пришли в сборе. Уже в сборе? Я докупил только колодки, восьмерочные передние колодки. Угу. Ну, каких-то заморочек не было, нюансов? Не было вообще никаких заморочек, я просто их установил. Ну и разницу? Разница очень большая. То есть заметил? Машина, просто даже хоть и незначительный вес, она останавливается моментально. Нету заноса, вот, в принципе. Ну, как-то она вот чувствует уверенность. А у тебя АБС стоит? Нет. Для того, чтобы мне поменять задний редуктор, мне достаточно снять вот эту блестящую крышечку, выкрутить 5 болтиков и больше ничего не трогать. Но у меня АВТ-шные стоят, примерно то же самое. То же самое. Да, примерно. Володя установил панель интересную, ну-ка включай давай. Называется Flash X3.
В принципе, я думаю, на любой тип Нива там, да, продается? 21-10, 11-я, 12-я модель, 14-я модель, Нива 21-21. Uh-huh. Она, то есть, везде взаимозаменяемая. Ну, расскажи, что есть. Получается, вот этот вариант мы можем настроить по-разному. Показывает у нас в первую очередь вольтаж батареи, температура двигателя. Uh-huh. Ну, если сказать простым языком, температура за бортом, количество топлива в баке, которое человек сам может откалибровать. Потом показывает пробег суточный и общий пробег. Ну, двумя нажатиями энкодера входим в меню. Большой функционал настроек. То есть тут получается, можем настроить звук повторителя. Вот все эти. Потом выбор автоматический электронного блока управления. Она сама все это находит автоматом. Ну, то есть подсветка более 3000 цветов, ночная подсветка, всякие коэффициенты. Ну да. Можно потом установить режим тропик, то есть это при поднятии температуры какой-то резкой реле не сработало, она может сама. Вот, это у нас настройки, потом статистика есть у нее, информация про эту панель, отдельно устанавливаются часы, будильник. Потом диагностика существует, то есть можем считывать любые ошибки. Вот на данный момент. И сбрасывать тоже можно? Нет ошибок, да. И существует сброс ошибок. То есть он сбрасывается не только с панели, а полностью с электронного блока управления. То есть оно все полностью. Uh-huh. Потом он автоматически читает любой блок управления. Вот ВИН-код нам не видно, но вот получается год ИБУ читает, потом вид прошивки, двигатель, какой объем стоит, тип ИБУ. Вот прошивка стоит Евро 2. Полностью все это он расшифровывает. Потом данные автомобиля, выбор ИБУ у него существует. Потом также ТО-сервис может любой человек вести. То есть, если кто-то забывает, книжечки нету, ага, когда вы масло меняли. Если кто-то работает в такси, может пользоваться функцией таксометр. Существует калибровка бака для каждого автомобиля. То есть тут по книжке вводятся значения, сколько у вас бак, емкость бака, и потом все эти значения. Ну да, богато, есть, богато. Да, при завершении. Потом существует администратор, такая функция. А по цене скажи, сколько стоит примерно? 12 800 рублей. Она обошлась в Самаре, и 18 тысяч тенге доставка в Казахстан. Угу. Вот, как-то так. Да, ребят, смотрите, кому интересно, вот так и называется. У нее существует Flash X3. Дублер. То есть получается, вот обратите внимание, тахометр, стрелка и рядом дублирующий. Да, 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 да. Также спидометр, бак. Так, это мы сейчас выйдем. Вот показывает заряд, все температуры. При движении показывает расход топлива. Для этого ты достаточно. Имеешь в виду мгновенный? Да, мгновенный. Сколько и средний, да? Да, и средний расход. А-а-а. Для этого достаточно. В комплекте идет фишка на два провода. Один провод подключается к L-линии, то есть она считывает всю информацию, какие ошибки, какой блок управления. Все это полностью. Ну, понял, спасибо. Ребята, я узнал, что пробег в автомобиле, сколько сказал, 300? 325 тысяч. 325 тысяч. Это какого года машина? 2010. 10-й год. По двигателю, говорит, вообще, говорит, ничего не делал, да? Не прикасался. А я отъезжу, у меня 40 тысяч, думаю, блин, что мне сейчас надо делать? То есть бояться не нужно, да? Просто топтать. Как часто масло меняешь? Масло меняют через 6 тысяч. Лью простой Газпром. 10. Ну, я понял. Газпром 10-40. По кузову, по ходовке, много чего менял? По ходовой части единственное то, что стоит заводской лифт подвески полностью. И все, да? Поэтому резина 235 на 70 на 16. Ага. И все, больше ничего такого. Ну, то есть, больше я никуда не возьму. Ясно. Ну да, вот мне сам кузов Chevrolet Niva, ну, нравится. Он такой прикольный, сделанный. Вот. И по комфорту он совершенно отличается от 31-х, от 21-х Нив, да? Вот. Сейчас вот, как она называется, Niva Travel пошла. Да. Смысл один и тот же, просто там небольшие там фонари перестали, а так один в один.
Кстати, ладно, Володь. Можно было покататься. Да, Володь, желаем тебе хорошего использования, да. Спасибо, что ты приехал. Да? Мы с вами познакомились. Вот, так что будь здоров. Вам тоже. Я надеюсь, мы еще зимой покатаемся. Да, приезжай. Вот человек, говорю, чтобы с нами пообщаться, приехал почти за 700 километров. Приезжайте в Оренбург, знакомьтесь с Виталием. Ссылка да. будет в профиле. Да, ребята, не забывайте подписываться на мой YouTube-канал Нива 007. Также веду канал на Яндекс.Дзен. Телеграм-канал есть Нива 007. Все, будьте здоровы, не болейте. Всем пока.